Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем собирать и упаковывать асимметричный букет. Что такое симметрия? Мы с вами понимаем, что есть большая часть, есть маленькая. И чтобы сгармонизировать их, нужно в середину поставить что-то крупное, крупный элемент. И сегодня на этом букете я вам как раз покажу и объясню, как это работает в коммерческой флористике, а также я покажу, как упаковать такой букет, покажу несколько вариантов для вас. Итак, поехали. Что я буду использовать для этого букета? Розочку.